Здравствуйте, друзья! Зовут нас Елена и Майя. Ну, первое, что мы хотим сделать, поздравить вас всех с Днем Дружбы. Спасибо вам всем за подписки, за лайки, комментарии. Да, Маечка, вот она, Маечка. Ну, я хочу вам показать. Получила я вчера вечером, муж ходил, получил вот такой вот аминосил для кабачков, огурцов и тыкв. А это универсальный. Состав у них немножко разный. Для огурцов, кабачков. Я вам так поставлю. Вот здесь еще 40 аминокислот. Может, кого-то заинтересует. Сама я им не пользовалась, не знаю, что это такое. Написано, что это органические витамины. Вот так все, я вам это дело поставлю. Сейчас я попробую этот универсальный на своих вот этих помидорках. Я эти, наверное, на огород отнесу. Так, онные, что-то они здесь совсем никак не хотят шевелиться. Вот, а это вот еще надо рассаживать. Какие наросли красавцы тоже. Все никак не пересажу. Ему, конечно, объем здесь совсем маленький. Все никак до него руки не доходят. Сейчас надо опять на огород идти. Люди уже урожай собирают. А я все никак не досею все, что нужно. Здесь тоже вон эти малышей вон сколько много. И опять он зацветает. Красавчики. Что-то как-то они не краснеют, не знаю. Ну, опять Майка разруху наделала, все ящики повалила. Это не Майка, а не поймешь что. Да, Маечка? Все, еще раз всех с днем, друзей. Всем большое спасибо. Всем хорошего настроения, хорошей погоды, хороших урожаев. С вами была Майя и Лена.